Я два подзаряда взял и АГС могу взять трехвод. Чё, народ, погнали? Да, давай, сейчас. Может мне второй вертолет взять? Давай, давай. Сейчас я там АГС кину туда. АГС у вас там нет. А я буду летать, что я тебя первый пойду, они по мне стреляют будут. Стоит там же, на том же месте бьет, как он. По мне работает. Слышно, блядь. Есть. Они косят ужасно. Как машину перевернули. Ну, хоть высадились.
Сейчас буду побахнуть. Thank you.
вздыхать. Че? Стоп! Сижу на квеке, спрашиваю, есть кто живой? И молчать. Ну, может, они перешли на другую квешку. Красавчики, речь особенно. Ладно, ты хоть пострелял, а я полетал только. Ну, от меня. Из меня ты не полетал. А чё? Это ты был стрелком, да? Да. На Зухе? Это было реально сложно попасть? Ну, да. У меня ещё ФПС падает. Я уже чувствую, что стрелок отчаялся. Я решил прям уже прям на него пойти. Эх, чуть поздно не попал. Где Хаттаб бегает, я не понимаю. Он с фланга пытается обойти, видимо. Дэби еще тут живой, познан. Сидит. А, Рейдж, это бот. Это Рейдж, да. Он вылетел. Пытается зайти. Не познан тоже, красавчик. Я отойду минут на 15-20. А его убил уже? Нет, он живой. Он как я помечается. Ну, сидите спокойно в кабине, чё. А-а-а, класс. Удобно, чё. Ну чё, Паша, там Бисмут форму перерисовал. Угу. Ну сейчас Аздоник убьет Гонзо, фу, Хаттаб. Уже почти. Чего у Аздоник формы нет? А я не знаю, что он там загорает. В технике опять пересаживался. Хрен его знает. Хаттаб вообще красавчик. Да, сейчас там всех намаслит, у него пулемет. Да, он в этом шлеме. Модным. Он только, наверное, не знает то, что его звуки глушат. Ну все, приехал. Хаттаб, ну. Не видит, что ли? Да, минус. Нет. Мастоник. Ну все, хана Хаттаб. А что у тебя одежда? Куда вы? Сломалась. Арма. А что ты делал? Да ничего. Пересаживался. Да это надо в этой. Я внутри техники пересаживался, да. Надо этот фикс, который у арматричников на Воге стоит, оттуда взять. У них там типа когда такая фигня происходит. Нет, там когда такая фигня происходит, нажимаешь просто фикс униформы, она нормально становится. Опять противостояние Хаттаба с этим. А так ее снять, и снять это не помогает. Гонза глухой что ли? Не-не-не, Гонза не глухой, Гонза знает нас. Сейчас Гонза снимет. Да. Какая жесть. Ох, Гонза, Гонза. Попали в Гонза, да, в ножку попали. Прыгай еще зашивать начали туда. Я хоть кого-то там убил. Аздоника одного. Хаттаб, у меня вопрос на засыпку. А ты что, не слышал, что там еще пацан сидел? Вообще не слышал. Антон копал? Я слышал эти самые, как его... Блять. АГС? Да, АГС. Я вышел, не смотрю, не вижу, чё, как, где. Увидел пулеметчика и смотрю, вдалеке вот там двоих увидел лежащих. Этого бахнул. А если пулемета кого-нибудь подавил? Нет. Ближнего бахнул, а Гонза я не видел и не слышал вообще. Вон я вижу, это раненый тут. Где туза убитого? Ну меня там, непонятно, АГС, по-моему. АГС у меня накрыло. А. Ну я с пулемета, по-моему, тебе что-то там... Да я тебя в тебя чуть не попал с этого, звук. И я в тебя чуть не попал. У тебя там башка торчала. А кто там вдалеке? Спитер и Кочегар? Я в кого-нибудь там хоть попал или рядом все ложилось? Бинты не валяются, рядом вода попала. Понятно.
Ну блин, погода яркая, слепит, все, пипец. А ты гамму настрой. В смысле настрой? У меня вроде бы настроено. Надо светофиг вообще поставить. Не, на сохранении такая фигня есть. Видео, изображение, яркость и гамму. У меня яркость гамма 1. И ничего не слепит, вообще нормально все. Паша, затестить светофиг хочешь? Все? Че ты говорил, Паша, яркость и гамма, а че, почем у тебя стоит? Да. Яркость 0,5, гамма 1. Сейчас попробуем. А что светофиг хочешь затестить? Зачем мне это? Зачем мне ломать арму? Лишнюю хрень на нее вешать. Так РПС немного. Всякие светофиксы, это для извращенцев. Хана, Антон. Или вот дом сюда. Да он там окопов все нарвал. Угу. Промазали. Не дали. А у него оптика. О, карандаш. А Доника, ты чё это? Голый валялся, без формы. Да это баг. У меня да случилось. Жарко ему, жарко. Типа, я в технике пересел, и у меня эта форма пропала. Ты ее хоть снимай, хоть не снимай, она ну, не отображается больше. Вот на Воге это есть исправление? Ну вот мне киньте, как конкретно. А мне что-то кажется, что это в этом том же самом в МТ. Не гавкай. У нас там машинка красная, СМ-2, перевернулась его. Да, а, кстати, что вы как ее перевернули? Я умер и смотрю, у меня сразу камера появляется, машина перевернулась. Опоздан под машинку, колесо положил. Нет, это, это мы ехали с ним. Он за стрелка, я за водителя. Я разогнался на горочку. А там камень. Я ничего не успел сделать, в камень бах, мы перевернулись. А потом уже пытались ее назад перевернуть. Колесо. Ну колесо подложили, ничего не случилось, а потом кто там на зухе да бахнуло, и машинка полетела, да. Это я видел. Что гон замудрит, мог бы уже давно по прямой забежать в город все. Вон это делает. Короче, без опозданта двое осталось упаковать. Представляешь, сейчас внезапно опоздан появляется. Да, по-моему, Рэйч зашел. Рэйч зашел. Дышка стационар. Вот Гудзе сейчас, по-моему, отъедет. Как-то он опрометчиво на поле вышел. Да, ему что с СНФД ехать. Ну чё, Антох с СНФД ехать тоже. Я тоже с СНФД ехать буду. А Пазан тоже с СНФД ехать. А немного СНФД? Да немного. Один я с пулеметом что ли был? Нет, речь еще с заставой. А чё там, война за топливо же есть на ЦД? Да. Ага. Надо ее погонять. Она, по-моему, последний раз вырубилась, но это, может, серверные глюки были. В предыдущий раз все работало. Аэрошорт. Не, аэрошрот. Шпрот. Угу. Ну, все, в гон без ананку кинул. Добивайте, добивайте его. Пониже, в руку. Ну не видите, у нас кола. Опять в ногу. Бежать. Не, вот это промечиво от Гонза. Я бы лёг просто. Он быстрее в боске. Он уже ушел. Второй раз уже ранили. Угу. Но он уже без ног считается, да? Да он же себя полечит. Сейчас у него есть чем лечить. На 3 нет такой проблемы с ногами. Это да. Почему есть? Там, в общем, такая хрень, что если не перевязывается бинтом, надо сначала уколоться, а потом уже перевязываться.
Не, если с продвинутой медициной, то вроде можно без ног остаться. Ой, какой красавчик, ребят. Не продвинутый. Да, реализм. Знаешь, что хочешь делать? Вообще, мне кажется, Гонзо Суич постреляет. А чё Рэдж делает? Он в Урале пересел. Ну, на Кэш что пришло, потом на этот. Кажется, его сейчас убьёт. Да. Гонза или Рэджа? Рэдж. Я Гонзо видеть по-любому просто. Спасите его. Помогите. О, потом что пришло? Да, появился. Нет, да, да, да. По-моему, Кочегар Тоху видел. Точно. Не, не видел. Вообще прикольно, опоздан сидел в кабине, по-моему, там Урал ГСом работали. А этот, корпус мне не вредит ГС. Там же не прямые будут попадания, так по зданию, по забору. А ГС-то где вообще? С чего вы работали-то? Ну, возле Аздорика. Развернули, да, принесли, развернули. А где он сейчас-то? Возле Аздорика. Да рядом с Аздориком. Ну, примерно, пониже склону. Южнее. Шикаба сидит уже. Коза, бери медицину. Ну вот Аздоника я труп вижу, свой вижу, а этот не вижу. Смотри, здесь. Вот видишь, отток Аздоника. Сейчас тебе скажу. Пролетел маленько. А видишь, за Аздоника кусты сразу идут. Один куст, потом второй куст, и слева от него еще такая кучка кустов. А, все, увидел. Ага. Он в кусте стоит. Паша, а есть какие-нибудь здания большие или хорошие, чтобы их штурмануть можно было? Как на Хардлайне? Да, не знаю, может быть. А здание же можно отдельно выдать? Берешь стройки, короче, одну в другую ставишь, вот тебе... Значит, да, на аэропорту есть? Там он... Терминал. Построили. Да. Не, это гонзики? Я помню это? Точно, просто как-то делали на Эпоч, да. На каком-то сервачке, короче, делали небоскреб. Такое, тоже смешно так получилось. А, на этом видел, как. Скажи, тоже такой же конченый мод на подобие почти. Оверпоч? Нет. Вестланд? Не-не-не, с тематикой вези. Тавиана? Да не Тавиана! Там типа заключенные, избегая с тюрьмы, у них форма оранжевая. Непоч, как он называется? Так. Джайл мод. Нет, пацаны, я появляюсь в Prison мод. Экселя. Эксел, да, вот. Вот, там я видел на одном серваке здание этого гостиницы в Черноруссии за Плесневела. Вот это наверное, способ, по-моему, взять. Да, 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 я хотел сказать, стендалон. Че, там еще есть какая-нибудь версия стендалоновской карты портированной? Не слежу. Вот тут есть. Ну давайте уже. Ну, что-то они долго, да, как-то. Они, им нечего взорвать, что ли? Угу. Вроде же были, а, вот, наверное, Кочегар с Сечем пришел. С чем он не пришел, он пытается, типа. Да, вот Паздан тут вообще? Паздан там. Он там. О, я сейчас поставил. Кочегар. А детонатора-то нету. Не падает. А можно на это время не поставить. Только надо... Того в сознание Антоху. Плохо, блин, окопная крыса. Бегите, бегите,
Сейчас год заденет по-любому. Полетел. Подвинулся. А спидеру попало хоть? А я не понимаю, их надо все три взорвать? Попал в спидер. Попало. Сигасе. Попало. Как раз навелся на него, чик-чик, все, патроны кончились как раз. Чик-чирик и нож в колю. Ага. Просто догонку затыл. Хэт-трик, пацаны. Сурово, сурово. Поздам всех убил? Да. Как всех, он дом убил? Он дом убил, да.